Давайте покурим. У вас спички есть? Есть. А что с ним? Да не обращайте на ксёнза Анже внимания. Он так смотрит с тех пор, как его к нам привезли. В сочельник будет 2 года. Он даже спит с открытыми глазами. Бога нет. А почему ксёнз? Так он действительно ксёнз. И формально им останется. Только теперь он как овощ. И будет таким всегда. Он так сильно согрешил, что даже если Господь Бог его простит, то церковь никогда. Пройдемте. Сейчас, секундочку.